По традиции, День Победы работники подразделений Михайловского ГОКа встречают на местах памяти – братских захоронениях Железногорского района, над которыми они ведут шефство. Коллектив автомобилистов комбината провел митинг в память о героическом подвиге советского народа у памятника воинам, погибшим в боях за освобождение деревни Рясник. Мне приятно в этот самый светлый памятный день для всего нашего народа отметить, что стало доброй, хорошей традицией посещение памятников погибшим воинам. Предприятие вкладывает много сил, старания сюда, памятники благоустроенные, все сделано, как сказать, с душою, потому что производство заботится, выделяет силы, средства для этого самого. И приятно то, что массово откликаются на мои приглашения ветераны, с большой душой все приезжают сюда, отмечаем светлый День Победы, поминаем, получается истинные святые слова, никто не забыт и ничто не забыто. Память погибших воинов участники митинга почтили минутой молчания и возложили к стеле венки и цветы. Говорили слова благодарности о мужестве и стойкости фронтовиков, героических традициях, заложенных ветеранами. А мы, наши дети и внуки, обязаны их сохранить. Я считаю, что это очень замечательная традиция. Приезжать на 9 мая, вспоминать ветеранов, но не только на 9 мая. По любым праздничным датам, юбилейным, обязательно надо. И нет, как говорится, будущего того, кто не помнит свое прошлое, исторические события своих героев. Коллектив подразделения ежегодно проводит работы по благоустройству территории захоронения. В следующем году исполнится 75 лет с тех пор, как в этом месте были захоронены воины, погибшие в боях за освобождение деревни Рясник. К юбилейной дате трудовой коллектив автомобилистов обновит списки погибших, благоустроит подъездные пути к месту памяти.